появилась благодарность. Постоянная благодарность тебе. Я знаю, что я не о пустяках прошу. И ты это делаешь даже больше. Стыдно просить помощи у тебя, у женщины. Но я восхищаюсь этой женщиной. Самое сложное из всех твоих просьб – это притворяться женой Роктова. Говорят, что Ольга была здесь. А Роман сказал. Как только я увидел ее близко, я понял, что я ее ненавижу. Если я снова полюблю, это будет совсем другая женщина.